Сегодня прекратилась продажа полисов ОСАГО на бланках старого образца, зеленого цвета. С 1 октября страховые компании обязаны выдавать по заключенным договорам автогражданки только новые, в розовых тонах. Напомним, для дополнительной защиты от подделывания Российский союз автостраховщиков принял решение изменить их внешний вид. А без привлечения тяжелой обстановки с продажи ОСАГО в Набережных Челнах способствовало тому, что Татарстан попал в список проблемных регионов, где внедряется новый порядок реализации таких страховок. Чтобы сделать полисы ОСАГО более доступными, в Татарстане запустили систему «Единый агент РСА» Российского союза автостраховщиков. Все страховые компании, которые имеют в соответствующем регионе, ну в данном случае в Татарстане, филиалы, выступают агентами. Они продают полисы от имени других, всех других страховых компаний, которые в принципе осуществляют продажи ОСАГО на территории Российской Федерации. Потому и процедура получения происходит несколько иначе. Купить автогражданку можно в любой из компаний, которые продают полисы ОСАГО и входят в список программы «Единый агент». Логотип, какой из них будет стоять на полисе, зависит от паспорта транспортного средства, которое страхуется. Все номера ПТС распределены между страховыми компаниями, от имени которых заключается договор страхования. При желании автовладелец может выбрать конкретную страховую компанию, но в таком случае нужно напрямую обратиться в ее офис, то есть не по системе «Единый агент». А в нынешних челнинских реалиях приобрести полис ОСАГО именно таким образом остается делом проблематичным. Известно, что Татарстан будет работать по программе «Единого агента» до тех пор, пока аналитики РСА не увидят улучшений в сфере автострахования. Они подчеркивают, без подключения к этой системе местные компании не смогут продавать ОСАГО. Снизить напряженность поможет и внедрение электронного ОСАГО. Это станет обязанностью страховой компании с 1 января 2017 года. Действительно, то есть, когда можно будет, то есть каждый страховщик, имеющий лицензию ОСАГО, обязан на своем сайте продавать уже полис в любое время дня и ночи. Напомним, что пока для автостраховщиков оформление через интернет остается фактически делом добровольным. Что касается системы единого агента РСА, то в масштабах России по ней было успешно реализовано уже более 22 тысяч полисов ОСАГО. Яна Ушакова, Михаил Родионов, РЕН-ТВ, Набережные Челны.